Здравствуйте. Мы находимся в кабинете лор-врача АПЦ-143. У нас в нашем АПЦ работает 6 лор-врачей и все очень квалифицированные специалисты. В данном кабинете принимаю я, Болотникова Ирина Васильевна, врач высшей категории. Я вам сейчас очень коротко расскажу о том, какие возможности есть у нас в нашей поликлинике для осмотра, обследования и лечения детей. Вы видите, я стою около кабинета, это так называемое рабочее место лор-врача. Здесь у меня есть все, что необходимо для инструментов. Здесь у меня есть аппаратик для промывания слуховых проходов при удалении серных пробок и иногда для удаления инородных тел. Также здесь мы можем делать промывание носа методом перемещения и удаление излишков слизи из носовых ходов, когда это необходимо. Здесь же в кабинете для того, чтобы проверить функцию слуховой трубы и барабанной перепонки и слуховой барабанной полости, у нас есть такой вот аппарат, он называется тимпанометр. Это часть аудиологического компонента, аудиологического исследования. Очень часто обращаются пациенты с жалобами на снижение слуха, и им необходимо проверить функцию барабанной перепонки, слуховых косточек и среднего уха, что как раз и делает тимпанометр. Благодаря тому, что здесь у нас появляется на графике, мы можем определить, нормально ли проходит воздух в барабанную перепонку, нормально ли функционируют слуховые косточки и нормально ли они передают всю информацию звуковую дальше во внутреннее ухо, где она трансформируется в тот звук, который мы уже воспринимаем. Всего вам доброго! Будьте здоровы, и наши маленькие пациенты, и их родители. И я желаю, чтобы вы посещали наш кабинет только на профилактические осмотры. Еще раз всем здоровья, здоровья и здоровья!